покажи. Непонятно, что ты делаешь. Мне тоже непонятно. Ложка. Нет, не такая. Короче, там тоже такая. Во, покажи, покажи. Как скрипка, только какая она? Ты покажи. Иди, ладно. О, нет, ты сиди, молчи. Я. Нет, я не сделала, покажи. Я. Я буду. Блин. Картина. Пейзаж. Экскурс. Программист. Нет, уже говорили это слово. Это секретарь. Нет. Света у нас нет третий день. Это грозит тем, что, во-первых, нарушается вся работа с детьми. Здесь дети реабилитируются после очень тяжелого лечения. По поводу фактически смертельного заболевания. Это дети, которые вылечены вот на сегодняшний день, но которые нуждаются в реабилитации. То есть восстановление психического. Обстановка, она фактически является экстремальной для них, потому что это как бы нарушает, ну, как бы весь подход наш к детям. У нас охранительный режим, у нас очень доброжелательная обстановка здесь, очень доброе, любовное отношение к детям. Так у нас подбирается персонал, это действительно так. Вот. И кроме того, здесь просто нарушается безопасность, физическая безопасность детей. Да неудобно. Нет, ну да, неудобно. Там уроки делать неудобно. Да. Сейчас сидим учить в воскресенье. Так это хорошо, просто уроки. Нам там делать, занятия там. Тоже некоторые. Да, там да, должны быть викторины там всякие. Ничего. Я вам не сказать. Давай, я сейчас подожгу. Нет. Огонь. Проходите, проходите. Вечно. Куда? Обратно в комнату?